Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру DOS Survival. Ну что же, у нас надо собрать картошку с грядки, я думаю, что она у нас как раз уже созрела, давайте пойдемте посмотрим. Так, где-то здесь у меня должен быть... Ага, вот. Прополочка, да, давай, родная. Так, подожди-ка, осталось две воды, понятно, мне нужно забрать картофан. Ну что, наверное, задание выполнили, да? И тут еще что-то у нас есть. Добыть арматуру и добыть бетон. 5 бетона и 3 арматуры. Но в общей сложности у нас получается 2 арматуры и 4 бетона. Между прочим, у меня же вроде бы здесь есть... Да, давайте вот этот вот поставим. Хе-хе. Нам все равно придется ломать эти бетонные плиты, чтобы якобы оттуда достать арматуру. Только вот где она? В упор не вижу. Так, ящик какой-то. Ага, нам еще нужна будет лопата. Здесь наверняка что-то скрыто. Схром, как говорится. Блин, ну где арматура-то, ё-моё? Вижу грибы. Грибочки мы обязательно заберем с вами. Также здесь поднимаем. Отлично, 2 бетона уже есть. Вот, по-моему, все. Ну, а теперь нужна нам арматура. И, видимо, вот здесь она будет находиться у нас. Это у нас типа как кирка. Бетонный блок, давай ломайся уже. Во, все, добыли. Пойдемте теперь по-быстренькому сдадим. Ты будешь у меня бежать? Давайте вот так вот нафиг, мне так удобнее, по-моему. Ну что, заноза, давай поговорим с тобой. Ага, эти подойдут, спасибо. Завершить. Я тебе покажу, как мы складываем очаг на пустоши. Складываем бетон по кругу, так, огонь не задует. Так, арматура пойдет на треногу для котелка. Вроде бы материалов достаточно, развернем огонь. Сделай очаг и выбери место. И выбери место, хорошо. Установить очаг. Подожди, давайте-ка мы сразу сдадим вот этот вот квест про картошку. Можно будет сделать? Ну что, картошка созрела? Отлично. Конечно, созрела. О, я еще 2 арматуры получил. И... Все, по-моему, да? Больше ничего она нам не хочет говорить. Ладно, я пойду, ребята, сделаю сейчас очаг. Где-нибудь вот здесь вот. Или это можно в доме делать? Сейчас проверим. Вначале, я так понимаю, нужно нам открыть. Ага, изучаем. Теперь Блин, нет места. Ладно, здесь у меня где-то есть ящик, в который я могу... переложить ненужные мне в данный момент вещи. Я думаю, что фляги пока не нужны. Штаны тоже. Шкуры выложим. Нитки давайте положим. И металлолом. Все. Должно хватить места. Сейчас мы с вами создаем очаг. Кстати, у меня, по-моему, голодуха идет. Я могу съесть? Ой, как мало дает. Слушайте, мне не нравится. Блин, мы еще и отравились, ёлки-палки. Срочно мне нужно делать очаг. Так, очаг создаем. Все, сделали, теперь нужно его установить. Я надеюсь, что его можно здесь в доме поставить. Или нельзя? Почему-то нельзя, ладно, давайте тогда вот здесь вот рядышком сделаем его. Все. И я так понимаю, что можно сюда сразу же положить картофан. Надеюсь. Так, давайте попробуем картошку. И древесина нужна, да? Начать. Требуется топливо. Положить... Ага, доски вот сюда. Ладно, вот оно как это будет выглядеть. А если я, например, сюда... Странно, с грибами почему-то не хочет. 1 минута. Блин, мне бы лишь бы не умереть с голодухи, ребята. А ничего такого съестного в данный момент у меня нету. Пока эта картошка у нас испекется. Зато прикольно, смотрите, как сделано. Видно прям, как картошечка в воде кипит. Ладно, я попробую сбегать к нашей барышне, к занозе. Сказать ей, что так и так, я все это сделал. Может быть, она что-нибудь мне подкинет, по-быстренькому перекусить. Время для кулинарных экспериментов. Есть так хочется? А как мне это хочется? Давай ты будешь готовить, у меня картошка вечно пригорает. С техникой возиться как-то сподручнее.
Бродяжники научили меня, как испечь картошку в полевых условиях. Закидываю ее прямо в угли. Понятно, закидываю ее прямо в угли. Забрать запеченную картошку из очага нужно как можно быстрее, ребят, потому что голод не тетка, и как видите, у меня уже очень и очень мало осталось здоровья. А ну-ка, по-моему, одна картошечка у нас уже сделалась. Да, и я буду ее кушать. Отлично, 50 секунд подождать. Слушайте, я все-таки думаю, что грибы можно будет испечь. Что еще за восстановление соединения? Здравствуйте, приплыли. Нормулька. А кого я могу сюда назначить? У вас пока нет рабочих. Рабочих нет пока, ладно. А вот это вот, кстати, удобно, что я могу вот так вот посмотреть, переключать. Здесь у меня рюкзак, это у меня коробка, в которой хранится всякий хлам. Ну что, картошечка, давай, 16 секунд, мне нужно быстренько тебя слопать и где-то еще насобирать. А насобирать мы можем только на грядке, а грядка у нас одна. Причем здесь нужны клубни, не забываем, ребята, которых у меня нету, значит, их нужно искать. Ого. Так, значит, нам нужно скрафтить еще одну грядочку. Эй, 10 сырых досок нужно. Так, спальный мешок у нас тут. Бандана бездомного, но это уже пошли шмотки у нас. Табуретка, а зачем нам табуретка, интересно мне знать. Умывальник даже. Ладно, все это потом, попозже. Ты посмотри, а как у нас быстро идет голод. Я не успеваю, ребята, подкрепить себе, как говорится, сытость, как она уже тут же исчезает. Давай-ка еще одну съедим. Вроде бы так много восполнило, да? А на самом деле нифига подобного, быстро все это тратится. Ну давай поговорим. Да, у тебя точно получается лучше, чем у меня. Спасибо. Слышно меня? Что-то шипит. Блин, у меня мазут не отирается. Куда я задевала свою тряпку? Хотя не поможет. Тут нужно нормально помыться. Знаешь, раз уж мы решили осесть, нам точно понадобится умывальник. Поставь умывальник где-то поудобнее, а потом подойди-ка ко мне. Зашибись, ей еще умывальник нужно, а? Поставить умывальник, а мы только что смотрели, ребят, что он, по-моему, стоит недешево. Так, надо посмотреть по крафту. Умывальник, вот он, мы его откроем для начала. В общем, нужен еще один бетон и 8 досок, побежали искать. Доски мы сейчас с вами нарубим, это понятное дело. Так, 6 досок и нужен нам бетон. Я пока еще грибы соберу. Так, тут у нас одни пеньки. А это что еще такое? Система раннего оповещения не работает. Похоже, сломан приемник радиосигнала. Возможно, получится найти ему замену. Ага, вот так вот, значит. Хорошо, давай ломаем бетонный блок. Вы проголодались, блин. Что же делать-то мне, ребят? Я даже не знаю. Нужно как-то провизию где-то брать, восполнять. Давайте еще на всякий случай один. А зачем нам, интересно, метательный камень? Мы будем, типа, кидаться ими во врагов? Столько пережил и погибнуть от голода. Да и не говори, я тебе этого не позволю. Ты у меня будешь жить. Я надеюсь, картошечка там уже... Две картошки. Слушайте, я могу грибы поставить? Могу. Отлично, ребята, еще не все потеряно. Возможно, мы еще протянем маленько. Ну, а пока съедим то, что у нас есть. Так, и нужно нам сделать с вами умывальничек. Вот он. Создаем. Не хватает, блин, досок не хватает сырых. Ладно, где-то здесь, наверное, я думаю, недалеко они должны быть. Я помню, тут, да, вот они, деревья. А это дерево я, наверное, не срублю, да? Нужна будет пила. Точно. Слишком оно типа толстое. Ну а вот это хотя бы срубим. Ну а с этим да. Ребят, кстати, посмотрите, графика здесь вообще великолепна. Каждый листочек практически отдельно сделан. Мне нравится. Так, все, с деревьями мы, по-моему, с вами закончили. Давайте быстренько поставим умывальник. Я же говорил, что нам нужен большой дом, расширенный. Ну вот куда я его сейчас поставлю? Сюда, по-моему, не получится, хотя попробуем. Так, умывальник создаем. Отлично. И теперь нам нужно его поставить. Установить. Ага, нет. Не получается, ребята, мало места.
Черт подери, ну ладно, давай здесь на улице его выставим где-нибудь. Может быть, нет. Ах, он только на земле может ставиться. Ясно, тогда мы ничего с вами не потеряли. Задание выполнено. И надо идти отчитываться. Кстати, может быть, мы сами можем умыться? Ага, нет воды, чтобы помыться. Понятно, это все мелочи. Воду мы с вами где-нибудь уж наберем. Так, ну что, заноза, ты, наверное, хочешь помыться? Умывальник готов? Супер! Нам нужно где-то брать воду. Чтобы помыться или полить грядки, подойдет вода из колодца. Ну и попить можно, если хорошо прокипятить. Поставим маленький колодец, это проще всего. Есть и другие способы добыть воду, но о них я даже упоминать не хочу. Найди сырые доски, металлолом, бетон и арматуру. Добыть 5 металлолома, 5 сырых досок, 2 арматуры и 10 бетона. Так, хорошо. Значит, нам нужно еще добыть сырых досок и воспользоваться умывальником. В принципе, это проще простого. А заодно я вот это вот пока соберу. Все, что у нас здесь лежит. Все-таки здесь за продовольствием надо, ребята, следить в оба. Так, подожди, блин, мне нужны сырые доски. Зачем я арматуру начал добывать? Ладно, фиг с ним. Потом наверняка пригодится. Так, и доски, блин, ребята, а доски-то заканчиваются у нас здесь. Деревьев я больше не вижу. И как бы, боюсь, нам не пришлось с вами бежать в новые локации. И, между прочим, смотрите, у меня костюм подходит к финалу. Также и оружие. Это не есть хорошо, это новые проблемы для нас. Да елки-палки, где доски? Эй! Одни пеньки. Да ладно, ну не издевайтесь надо мной. Это я не смогу срубить, слишком оно большое. Хе, зашибись, нету, ребята, ни одного дерева. А те, что у нас есть, они, естественно, у нас пилами только пилятся. До пилы я еще не дорос, видимо. Так, ну-ка, воспользоваться умывальником. Ох, хорошо помылся, минус одна вода. Ладно, помылись. Так, что у нас тут с этими? Ах, да, тут же нужны клубни, чтобы я мог картошку сажать. Ну, а грибы, 3 штучки у нас готово. Замечательно, давай вот эту сюда переместим. Так. А вода? Нет, вода сюда не ложится. Очень и очень жаль. Блин, радиостанция, когда ты будешь, работать? Звучит фрагмент какой-то музыки. Ой, я проголодался. Так, ну это ерунда, что я проголодался. У меня, по крайней мере, есть 1, 2. Кстати, грибы очень хорошо восполняют нам, как это сказать, сытость. Ладно, придется нам все-таки выбежать. Как я этого не хотел, но... И где здесь у нас ближайшая локация? Ёлки-палки, это что такое? Это пустоши. Слушайте, я... Так, заброшенная деревня. А здесь нет таких мест? Так, вымерший лагерь. Пустошь. Так, ну ладно, фиг с ним, давай пробежимся. Заодно посмотрим, что здесь. Войти. Ох, лишь бы не было здесь всяких зомбарей, ребята. Я не подготовлен. Я тут кое-что узнала, думаю, тебе будет интересно. Институт пообещал награду тому, кто найдет на пустошах диктофон и вернет его ученым. Наверняка в диктофоне кассета с секретными научными данными. Проблема в том, что искать придется в карманах горелых. Убивай и обыскивай всех горелых, которые встретишь на пустоши, пока не найдешь диктофон. Ёпарасоте, вот это они меня задачили. Ну что ж, придется брать палку-копалку. Где они? Вон они. Вижу я этих горелых. Так, а вот это интересно. Да что ж с управлением-то? Так, смотрите-ка, здесь тоже есть ягодки. И это уже хорошо, шиповник называется он. Ага. И... Оу, нифига ты, посмотри какой, охотник. Черт, что такое? Я не успел, ребят, к сожалению, прочитать. Все это как-то быстро пролистнулось. Взять все, а это что у нас такое? Ага, мы тут можем... Смотрите, смотрите. А, нет. Они просто ходят рядом. Так, труп. Повязочку какую-то нашел. Так, это кто у нас? Это обычная зомбарская горелка. Так, давай, волчара.
и нужно их обыскивать. Так, здесь наверняка будет шкура. Нет, ничего не нашли. Тут забираем. У меня есть или нету? Нету, ребята, к сожалению. А как же мы с вами можем сделать? У нас ветошь-то есть? Чтобы сделать бинты себе. Самодельные повязки есть. Отлично. Значит, я себе сейчас наделаю бинтов. Соответственно, мы можем себе восполнять здоровье. Фух, ну-ка, где они у меня? Где бинты? Я бинтов не вижу. Странно как-то. А, вот же они, елки-палки. Ну, нашли, куда положить. Вот они вот здесь у нас отмечаются. Да, все отлично. Так, чтобы открыть, ну давай посмотрим. Взять все. Целлофан. И, между прочим, ребята, у меня заканчивается мое оружие. Нужно делать себе новое. Так, это чтобы сделать мне... Да что все время сюда-то забегаю? Надо в крафт заходить. Это что? Блин, а я все тряпки израсходовал. Шесть. Если мы здесь, ребята, с вами отдуплимся, то я боюсь, уже ресурсы здесь не будут валяться, как это во многих играх. Ветошь, по-моему, ветошь нам и нужна была. Сейчас посмотрим. Создаем. Отлично. Я сделал. Еще немножечко мы с вами здесь потусуемся. Ах, смотрите, прикольно сделано, ребята. У меня, когда сломалось то оружие, автоматически поставилось следующее. Не нужно... О, опять этот охотник. Иди отсюда. Мне чем-то он напоминает Грута. На голове у него такие шипы, как у того самого дерева. Так, я ничего не нашел. Вот здесь я вижу металлолом. Так, неужели картофан, а? Клубни. Да, ребята, именно клубни я нашел. Так, ё-моё, заметил меня этот горелый. Да, у меня, кстати, еще не забываем, 5 гранат есть, я ими так и не пользовался. Так, положить. Да взять все, какой положить-то. Так, нужно подхилиться. Ну-ка, что у нас здесь? Ничего, к сожалению. Подожди-ка, вон там, по-моему, труп у нас. Ну-ка, давай-ка его взять, пустые фляги для воды. Это тоже, я так понимаю, можно разобрать. Давай, 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 ломай, ломай. Так, еще подлечимся маленько. Слушай, может быть, она меня обманула, что здесь я у кого-то что-то найду. Так, опять такая же яма, где нужна лопата, а у меня лопаты нету. Иди сюда, блин, как было бы хорошо, да, ребят, с автоматиком побили. На худой конец с пистолетом. Я был бы не прочь. Так, отлично, я еще ветоши взял. И еще один горелый бежит на меня. Сейчас вот все здесь подчистим. Так, надо подхиливаться постоянно. Оу, ребята, у меня уже все. Бронька-то тю-тю. Я хоть могу себе что-нибудь такого сделать? Простенького. Давайте рубашку, майку. А, нужны иголки, конечно. Так, ладно. Нужно, наверное, сделать еще одну такую вот биту. Да, в принципе, еще одну. Хотя у меня уже нет места написано. Ладно. Так, тогда... А на шиповник хватит? Ага, шиповник хватает, замечательно. Все, я это забираю. Доски, которые нам пригодятся. Ну, где последний? Давай, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, придется в стычку вступать. Готов. Да что-нибудь хорошего? Ничего нету. Так, здесь тоже не шиша. Так, а это кто такой? Череп! Слушайте, ну это, по-моему, какой-то... Это не сказать, что мертвец. Это вроде бы как рейдер, который напялил на себя какой-то костюм. О, нитки нашли. Так, полон опять у меня рюкзак. Вот это мы с вами съедим, шиповник весь. И заберем нитки, потому что они нам нужны. Оу, точно, это какая-то база рейдерская, смотрите. Они типа надели на себя... Так, ё-моё! Как ты вовремя там начал... Оу, не-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 не, давай-давай-давай-давай-давай-давай, сматываемся, сматываемся. Нифига их там. Зомби, нападая на тех уродов, не хочет нифига. Так, ладно, хорошо, я сматываюсь. Сами видели, прекрасно, нифига там.
Так, и побегу я, наверное, в убежище. Дом ирландца. Хм. Давай чешем отсюда, потому что у нас... Мы что, вообще голодны? Черт, подери. Надеюсь, мои грибочки там уже поджарились. Нужно обязательно взять, принять. Да, там, кстати, была рейдерская какая-то застава, где чуваки надели костюмы скелетов, якобы, чтобы их не узнали. Оу, голодуха-то у меня прет по полной программе, ребят, смотрите. Срочно, срочно грибы искать. По двадцатке вычитается у меня. Да я вижу, что ты умираешь от голода. Сейчас, подожди, родной. Попробуем как-нибудь протянуть еще маленько. Ну, давай кушать. Кушаем. Съедаем все. Ух. Да, 100% сытности у нас. Один последний гриб у нас остался. И нужно, я думаю, наверное, посадить, ребят, картофан. Так. И водичка. Начать. Все. Теперь пойдемте найти диктофон. Угу. Диктофон мы с вами не нашли, потому что там рейдеры были. Добраться до дома фермера-ирландца. Ага. Эфир просто раскалился. Со всех территорий поступает сообщение о встречах с быстрыми горелыми. Их уже прозвали охотниками. Говорят, прошлой ночью они прорвались через кордон около Гаркова. Это зараженный город на краю территории. Многие военные их оцеплением погибли. Из оцепления. Так. За истребление охотников уже назначают награды. Все подряд. Например, торговый союз собирался на днях провести караван через пустоши. Они хотят, чтобы там было относительно безопасно. Убей 5 охотников на пустошах, а я договорюсь, чтобы тебе переправили награду. Так. Собрать материалы на колодец я же уже сделал. Все готово, отлично. Завершаем. Выбери место и поставь маленький колодец. Так, установить колодец, добраться до дома фермера. Так, и убить 5 охотников на пустоши. Ну, смотрите, вон, похарит, действительно, как груд. Ладно, колодец, значит, нужно нам поставить. Но колодец еще, я так понимаю, нужно собрать. Умывальник, колодец выучить. Теперь делаем, создаем. Все, хорошо, куда нам его поставить? Так, установить. Может быть, рядом с умывальником, вот сюда вот. Да, в принципе, почему бы и нет. Задание выполнено. А ну-ка, что я могу здесь? Набирать воду? Ага, вот так вот мы бросаем пустые фляги, и они будут у нас набираться водой. Так, побежали отчитываться. Кстати, подождите секунду. Мне кое-что нужно посмотреть. У меня нитки-то с иголками есть или нету? В ящике-то в этом. А ну-ка. Есть, да? Хорошо, по-моему, мы сможем с вами что-то сейчас сшить. Дайте-ка посмотрим, хотя бы простецкую рубашку. Блин, нужно 4. 4 иголки с нитками. У меня всего лишь 2. Так, зато можем сделать штаны. Но штаны у меня пока есть. Так, хорошо. Давай вот, погоди-ка, тут вот еще какая. Все так дорого стоит. Ладно, создадим штаны и создадим ботинки. Ботинки мы уже не создадим, потому что, блин, не хватает ветоши. А что такое спальный мешок? Покрывало и шкура, набитая ветошью. Все лучше, чем спать на земле. Ну, здесь я с тобой полностью согласен. Так, ну-ка, штаны у нас тут практически все. Давай наденем новые. Ой, какие-то тряпки здесь военные, а мы с вами в тряпках будем бегать. Слушайте, по-моему, опять темнеет. Или мне кажется... Нет, все-таки темнеет. Так, ну что, заноза? Давай. Ну что, посмотрим, работает ли наш колодец. Работает. Запусти его и дождись, пока накопится одна фляга. Ах, ты специально меня туда-сюда гоняешь. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас там с флягой. Накопилось, не накопилось? Водичка. Нет, по-моему, еще. 22 секунды подождать. Ох, да... Не, ну здесь, ребята, есть все-таки какие-то отличия от Лазде. Даже причем ощутимые. Например, здесь можно будет назначать, видите, работяг.
А мы их где-то, естественно, будем делать. Ой, делать. Искать, находить, вербовать. Вот. И, соответственно, нам еще нужно будет сбегать к фермеру и посмотреть, что он там. Может быть, он к нам присоединится сейчас. Мы его спасем, он скажет: ой, спасибо, что вы меня спасли, я не хочу быть здесь один. Возьмите меня с собой. Замечательно работает. Еще бы. Когда нарвешься на зомби, а это случится, даже не сомневайся. Лучшее, что у тебя было бы, чем отбиваться. В общем, совет. Таскай с собой что-нибудь внушительное. Собери хотя бы доску с гвоздями. Нужны сырые доски, ветошь и гвозди. Отлично. А где я тебе найду гвозди? Я бегал, пока их и не видел здесь. Эх, как-то надо идти, ребята, к фермеру, по-моему. Давайте пробежимся и посмотрим, что у нас... А, ну да, дом ирландца. Давай, бежим. Кстати, здесь, ребята, тратится у нас еда, сытость, когда мы бежим, а не энергия. Ну, давай. Так, дом ирландца, поговорить с ним. Так, ребят, секундочку, сейчас на паузу пока. Ну что же, продолжаем играть. Вот у нас ирландец, давайте с ним поговорим. Что ему нужно? Завидев вас, фермер протягивает вам тяжелую ладонь для рукопожатия. Ну здорово, фермер. Отличный день для полива, согласись. Ну естественно. Меня ирландцем звать, а тебя? Подожди, не отвечай, заноза мне про тебя рассказывала. Нет, твоего имени не вспомню, память у меня совсем не к черту. Квест выполнен. Замечательно. Слушай, помоги, пока я с мыслями собираюсь. Я хотел грядки прополоть, да куда-то дел свои грабли. У меня за домом старые бочки для отходов лежат. Посмотри, может, там я грабли оставил. Понятно, ребят, короче, нам нужно найти грабли для него. А самому ему не сходить, видите ли. Так, за домом, да, говоришь? Вот здесь. Ну, давай посмотрим. Так, здесь пусто. Здесь тоже кукиш. Ну, надеюсь, здесь. Да, ребята, вот они, грабли, какие-то тряпки. Грабли в бочке были? Ура, тащи сюда. Хорошо, принесу тебе. Хотя я бы сам бы себе их забрал, грабли мне пригодились бы для своих огородов. Спасибо тебе, а я вспомнил чего, заноза хотела. Ну и чего же она хотела? Трактор ей нужен, застрявший УАЗик вытащить. Ну да, есть такое дело. Девочку тебе придется разочаровать. Я бы и сам рад помочь, да трактор сломался. Переехал на нем Горелого, а он, гад, жесткий такой оказался, вроде коряги. Вал, понимаешь, в труху. Ну вот. И главное, обидно, человечка эта ходячая из-под трактора выбралась и бродит вокруг него. Ну ты меня радуешь просто. Сходи, успокой мертвяка по-соседски, хорошо? По-соседски. Ладно, где он? Ну-ка посмотрим, что у тебя здесь. Ой-ой-ой-ой-ой, подожди. Горелый идет. Ага, ну это обычный, так что никаких проблем нету. Вот, спасибо, теперь надо бы осмотреть трактор. Может, заноза умница наша сообразит, как его починить. А ты, значит, не соображаешь в этом ничего, да? Так, ладно, ребят, давайте прошмонаем здесь все это дело. Ничего не нашли мы. Так, здесь у нас 3 картошки, вот это хорошо, забираем. Так, а вот и трактор у нас. Прием, я на связи. Что с трактором? Он сломан? Опиши, как выглядит поломка. Так, в генераторе слетели щетки коллектора. Ну, это терпимо, можно заменить. В сцеплении сломаны пружины. Плохо, новые пружины так просто не отыщешь. Вал полностью раскурочен, а вот это по-настоящему хреновая новость. Черт, боюсь, этот трактор уже никогда не поедет. Починить его точно не получится. Расскажи об этом ирландцу. Ну, зашибись, по-моему, этот трактор вообще лет уже как 20 здесь поломанный стоит, судя по виду. Так, ну что же, давайте поговорим с ирландцем. В дом, я так понимаю, зайти не могу к нему. Что сказала заноза? Все хуже некуда? Ну, типа того. Эх, я так и знал, без трактора, знаешь, так тяжело. А у меня так дел не в проворот. Еще и ростовщики покой не дают. Наделал я когда-то карточных долгов. Ну и что ты предлагаешь? Ну, вроде бы все отдал, а эти мошенники пользуются моей забывчивостью. Заставляют отдавать долги по второму кругу. Сейчас как раз один должен наведаться.
А у меня урожай не убран. Помоги собрать лен и картошку. Если что, скажу, что у меня ничего нет. Так, ребят, я, знаете, понимаю, что он расплачивается за свои долги картошкой и льном. Хорошо, давай, наверное, заберем это все дело. Жду тебя с моим урожаем. Черт подери, а я хотел это все забрать себе. Ладно, давайте побазарим. Спасибо за помощь, вовремя успели. Вижу, вон идет ростовщик. Подожди, это не ростовщик, а распадники. Ирландец поплевывает на свои пудовые кулаки. Чего смотришь? Зададим им трепку. Так, зашибись, ты меня куда втюхиваешь-то? В авантюру опять какую-то. Ё-моё, смотрите, навелась хмырь. Так, раз... Да он еще и не один. Так, ой-ой-ой, ребята, ХП очень мало, здоровья. Ядрёно, вошь, там еще двое сзади бегут. Так, ребят, мне только лишь один вариант. Сейчас отхиливаться и вот так вот их бомбить хотя бы по одному. Все, с этим посправимся. Да должны, по идее. Ух. Так, задание выполнено. И что? Давайте-ка, наверное, немножко еще похиляемся. Так, можно их обшмонать? Во, нашли что-то путевое, бечевка. Ну, в общем, все это нам нужно. Все это пригодится для крафта. А вот тебе и ирландец, а? А здесь у нас что? Ага, ничего, пустой. Неплохая была драка. Я троих уложил, не меньше. Он уложил. Вот это ты да. Так, ружье ирландца. Так, поговорить. Вижу, еще гады бегут. Нам понадобится что-то помощнее. Держи обрез. Из меня стрелок, как из керосина удобрения. А после него ни черта не растет. Ну и? Что ты предлагаешь? Ну что я говорил? Скорее за оружие. Да ядрёно, ты вошь, недостаточно места в инвентаре. Что у нас есть лишнее? Блин, честно говоря, мне все здесь нужно. Штаны, штаны. Камни, камни. Так. Камни можно на пояс, да? Отлично. Вроде бы должно быть местечко. Давайте-ка еще раз. Так, понятно. Это мы уже читали. Давай свое ружье. Блин, опять недостаточно места. А что такое? Так, я даже не знаю, ребята, что выкинуть такое. Тряпки. Целлофан, точнее, даже штаны. Может быть, а смысл надевать, да? Так, я и удалить их даже не могу, смотрите. Почему-то. Очень странно. Блин, мне нужна одна ячейка. Свободная, чтобы я смог взять ружье. Так, погоди-ка. Может быть, мы можем что-то объединить? Ага, все, отлично, ребят. Ячейка у нас освободилась. Давай мне ружье. Самопальное какое-то. А вот теперь, наверное, будем веселиться. Вот они. Так. Одного минус. Так, ребята, нужно похиляться мне, по идее. Так, минус два. Распадник, значит, да? На-ка, выкуси. Ну, в принципе, хоть и самоделка, но шмаляет-то будь здоров, ребят. Тут я ничего сказать не могу против. Так, что у нас тут? Фляги пустые. Выпить. Давайте, наверное, выпьем всю воду. И вот так у нас освобождается местечко. Отлично. Так, давайте-ка еще, наверное, обыщем, ребят. Фляга, тряпки. Ох, кажется, тебя серьезно ранили. Подойди ко мне, помогу. Чем ты мне поможешь, а, ирландец? Давайте опять поговорим. Ну не хорохорься, это не просто царапина. Ну да. Вот, держи чистые повязки. Тихо, слышишь крики, смотри. Целая толпа бежит прямо на нас. Ё-моё, опять недостаточно места. Ну что же, давайте, наверное, выпьем тогда воду с фляги. Давай. Все, место есть у нас. Так, где у меня крафт, ребята? Мне нужен крафт. Где повязки? Самодельная повязка. Надо создать. Потому что если там бежит толпа, нам нужно будет хилиться.
Замечательно. Так, ну что, в принципе, я готов поговорить с ирландцем, найти... А, нет, это уже другая история. Сейчас мы полностью себе восстановим здоровье, ребят, и приступим. Не знаю пока к чему. Так, ну это мы... А, повязки же, да. Чистые, три штуки. Давай-ка вот сюда, и мы их переместим. Оу, тихо, тихо, тихо. Да ладно вам. Получи. Да, да ладно, посмотри, их сколько, их трое уже здесь. Оу, они меня разбирают. Слушайте, мне тут даже повязки эти чистые не помогут. Фиг, да ладно, их там... Да нет, их даже не трое, их там четверо или пятеро даже было. В общем, ребят, по-моему, пора отсюда сматываться. Это не дело, я не успею, меня здесь расколбасят. Как бы мне этого не хотелось, но придется покинуть эту зону. На, гад, на дорожку. Ну что же, придется бежать нам с вами обратно, скорее всего, в убежище. Там, может быть, мы с вами как-то подкрепимся. Может быть, даже что-то сможем скрафтить из одежды. И потом уже опять навестим ирландца. Единственное, хотелось бы, чтобы там этих уродцев уже не было. Если бы он хотя бы мне помогал бы, тогда, может быть, мы бы справились. А так, ничего у меня не получится. Ну что, заноза? Даже не хочет со мной разговаривать она. Так, у нас, значит, очень много висит заданий. Убить охотников на пустоши, убить распадников и найти гвозди. Только вот где, пока ума не приложу. Что такое? Почему грибы не дожарились, а? Так, дровишек, дровишек нужно. Вот. Ну, начать. Пошла готовочка. И больше нет ничего у меня, ребят. Ни картошки, ни шиша. То есть это последние грибы. Боюсь, мы так далеко с вами не уйдем. Ага, одна картофельная. Но она, согласитесь, нам погоды не сделает. Это буквально мне на сколько? На минут 15 игры. Блин, я даже не знаю, что же делать-то. Где тут искать продовольствие? Где искать эти клубни? В конце концов, где грибы растут? Надо карту эту прошмонать. А чтобы бегать по ней, нам нужна энергия. А энергия — это сытость. Жесть, короче. Будем одной водой питаться с вами. Так, ну что. Тут у нас... Ага, блюдо готово. Давайте картофан закинем. Вроде бы все. В инвентаре у нас что-нибудь там путевое есть или нет? Только пустые фляги. Штаны рваные. И больше ничего нету. Печалька, причем большая. Так, скрафтить. Можем с вами... Так, накидка бездомного. Ага, не хватает материалов. Гвоздей нету. Как всегда, мы с вами их не нашли. А вот это вот хорошая вещь. Рюкзак выжившего. И я больше чем уверен, что она дает нам больше слотов, чем обычный этот мешок. Черт подери. Нужны, видимо, вот эти вот чистые повязки или ткань какая-то определенная. В общем, ничего я пока здесь больше сделать не могу, потому что не хватает элементарно ресурсов, ребят, а их нужно искать. Ну, естественно, все это дело ищется, когда у тебя полное здоровье и когда ты сытый. Так оно будет лучше. Потому что хрен его знает, что нас там впереди будет поджидать. Так, картофан сделался, да, по-моему, или нет? А, я же запустить забыл. Ой, дурила, а. Это ж надо было так лопухнуться. Ну ладно, ребята, я, наверное, думаю, что на этой ноте мы с вами и завершим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующем выпуске. А на этом все. Всем пока и удачи. До новых встреч, ребята.